Октябрь поставил новый рекорд по числу беженцев, прибывших в Европу морским путем. По данным ООН, за прошедший месяц в Грецию и Италию перебрались около 220 тысяч мигрантов. Специалисты считают, что такой всплеск вызван надвигающимися холодами. Как можно больше людей хотят добраться до Европы, пока позволяет погода. И поэтому многие готовы плыть на перегруженных судах, что часто становится причиной смерти мигрантов. С начала года при попытках добраться до берегов Старого Света погибло более 3000 человек. В октябре в Европу прибыло столько же людей, сколько за весь 2014-й. Огромная нагрузка выпала на греческие острова. За один день там иногда принимали более 10 тысяч человек. А в 2016-м их станет еще больше. Из-за многочисленных конфликтов и войн свыше 60 миллионов человек во всем мире стали беженцами.